Между тем, 250 нелегальных мигрантов спасены в Средиземном море недалеко от Ливийского побережья. Они пытались добраться до Европы на двух маленьких резиновых лодках. Как сообщают СМИ, в операции по спасению были задействованы испанская и итальянская береговая охрана. Нелегалов уже доставили в Италию. Добавлю, подобные сообщения о спасении мигрантов в Средиземном море приходят практически ежедневно. По данным МВД Италии, за прошлый год в страну по Средиземному морю прибыло свыше 180 тысяч человек.